Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в рубрике «Авиация в моем объективе» я познакомлю вас с латвийской пилотажной группой «Балтийские пчелы». Группа была создана в 2009 году компанией МКС «Авиа» на базе аэропорта Юрмала. На 2019 год в состав группы входит 7 учебно-тренировочных реактивных самолетов L-39S для подготовки пилотов военно-воздушных сил. Самолеты оборудованы 2 тандемно расположенными креслами с возможностью катапультирования на нулевой высоте, а также оборудованием для производства дымного следа. Что интересно, каждый самолет имеет свое название. Например, самолет под номером 7 носит имя композитора Раймонда Паулса. Скажу сразу, что пилотажная группа «Балтийские пчелы» – нечастый гость в России, и в память об увиденном я из обычной деревяшки смастерил прототип одного из самолетов. Ну а теперь давайте посмотрим несколько фрагментов летного мастерства этой группы.